Мы находимся на форуме магазина 2021, разговариваем с нашими спикерами, экспертами. Павел, вы будете выступать, у вас какая-то инновационная компания DataCrat, которая делает все много нового. Расскажите, с какими плюшками вы пришли и что вы тут собирались рекламировать или внедрять? Да, мы являемся партнером проекта «Фасоль» с самого старта. Мы занимаемся автоматизацией франчайзинговых магазинов этого проекта. Я, как всегда, буду рассказывать про самые инновационные технологии, про кассы самообслуживания, про приложение «Мой магазин» для обеспечения лояльности и взаимодействия с конечными потребителями и про технологию снижения издержек при постановке системы учета заказа в нашем эс-маркете. Откатываемся на год до ковида, и я вас задаю вопрос. Вот зная, что будет ковид, что бы вы сейчас порекомендовали ритейлу, какими вашими инструментами или услугами воспользоваться, чтобы легче пережить ковид? Ну, легче с нами пережили ковид и заработали дополнительную прибыль те предприятия, которые внедрили систему онлайн-общения со своими клиентами и систему онлайн-продаж. Прежде всего, это интернет-магазин, ну а также это мобильное приложение для работы с клиентами. У них все хорошо. И это прекрасно. Заканчивать интервью фразу «у них все хорошо». Не переключайте, скоро новые гости –